Как напишут историки, после сообщений о жертвах и разрушениях не по себе стало даже президенту Труману, который настаивал на использовании атомных бомб. Пытаясь хоть как-то оправдать применение варварского оружия, правительство США создало миф о том, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были необходимы, чтобы приблизить конец войны и спасти тысячи жизней американских солдат. Снова яркие вспышки света. Католический собор в районе Ураками — это новодел.